вот, наступит лето, и мы с тобой будем кататься. Я на самокате, а ты на велосипеде. Хи-хи. Ой, привет! А мы с собачкой разговариваем о лете. Ну так вот, я поеду на самокате. Только вот самокаты у всех одинаковые. А я вот хочу, чтобы у меня был самый модный, красивый и с единорогом. А я хочу с драконом. Ой, нет, с лошадкой. Ой, или нет, с драконом. А мне, кстати, папа подарил веселый руль. Давай посмотрим, есть там дракон и единорог. София, Аврора, Викинг, Дракоша и Оскар. Вот, смотри, у меня будет Аврора, а у тебя Дракоша. Итак, соберем моего единорога, а потом твоего дракона. Ой, хи-хи. Посмотрим. Угу. Инструкция. Детальки. Основа.
Ну вот, смотри, какой единорог у меня получился. Аврора. Ну да, красиво. Ну а для тебя у меня есть сюрприз. Смотри, что я сделала. Дракоша. Ну что, поедем кататься на самокатах? Пока-пока! Мальчишки и девчонки, смотрите, какой у меня единорожек! Всем привет! Смотрите, какие 3D-пазлы подарили мне мама и папа. Царевна, тут столько животных, а ты всех знаешь? Конечно, знаю. Вот горбатый кит. Он живет в океане. А это тираннозавр. Он такой большой. А вот и зебра. Она похожа на лошадку, только в полоску. И живет в Африке. А здесь у нас маленький динозавр. Но он так рычит. А это панда. Смотри, какая она маленькая и добрая, как настоящий медвежонок. А здесь у нас единорог. И, между прочим, у меня целая коллекция. А знаешь, кто это? Ой, конечно, знаю. Это зубастая акула. Вот ее-то мы и соберем. Итак, давай посмотрим, что у нас тут есть. Так, угу, оп, ух ты! О, так, это клей, а это детальки. Угу, а вот и инструкция. Итак, что тут у нас? Оп. Ой. У каждой детальки есть своя буковка и цифра. Это подсказка для того, чтобы быстрее собрать наш пазл.
Бабочка, смотри, какая акула у нас получилась! Ой, зубастая! Ух ты, смотри! Ой, какой красивый единорог! Так, кто у нас тут еще? Ой, пандочка! Так, динозавр! И зебра. Кстати, собачка, а знаешь, что мне сказала мама? Мама мне сказала, что эти пазлы сделаны из экологичных материалов. Ой, как здорово! Можно собрать пазл, склеить, а потом и поиграть. А, я буду играть за акулу, а ты за единорожку. Ну что, пока-пока! Царевна, а скажи, а бывают такие раскраски, которые можно съесть? Конечно, бывают. Вот, смотри. Оранжевый. Если ты хочешь, чтобы у тебя появилась такая же раскраска, перейди по ссылке под этим видео.